В смысле, мать твою? Давай! Опять. Не зажигайся, только не зажигайся, отлично. Хорошо висите, парни. Надеюсь, я правильно иду. Чё, ради этого патроны делать, что ли? Ну, выхода нет. Хотя можно было подойти, наверное. Ну да. Здесь он и рукой дотягивается. В принципе. Угу. Вот оно чё. Блин, он же не горит еще. А теперь вот он горит. Ну? Давай, крути-верти! Ну да, тут ты некуда больше. Что такое? А чё это мы лезем? Ты сдох, нет? Пока лифт там едет, они решили тут со мной поиграться. Спокойно. Вот ты козёл, а. Истошно вопили и все же сдохли. Че по патронам? Металлоломчик. И болтик. Теперь можно идти наверх. Так. Ну что, мы уже встретимся. Иначе ты навсегда останешься в своем изуродованном сознании. Я не буду с тобой торговаться.
Звучит как угроза. Где-то еще выше. Ну сейчас уж точно будет как бы босик, поэтому нам предлагают сохраниться. Сохраниться и прокачаться. Так, что мы там можем себе на 240 деталей, так сказать, на 115% можем увеличить урон. А вот крит на сотню, на 20%. Ну, кстати, блин, неплохо, скажем так. Оно нам пригодится. Так. Ну и пора вкачаться, наверное, немножечко. Похоже, вам снова нужна помощь, детектив. Не нужна мне помощь, я хочу немножко прокачаться. Может быть, по здоровью? Вдарить нам по здоровью. 7,5 живучесть на 175 и 12 тысяч. Ну, конечно, у меня таких-то нету затрат. Так. Или все-таки до 175 повышить общее ХП. А тут вообще будет 200%. Тенс. 7,5. Ну давайте сюда. К атлетизму, что я еще могу добавить за 7500. Выносливость увеличить. И вернуться от атаки. С вероятностью 30%. Че, не хватает? 10 тысяч. Скотина. На 170% 12 тысяч. Как-то все дорого. В бою пинок. Уменьшает отдачу при стрельбе. Я вот это все вот думал, вот может быть в этом таится тайна. Блин, 150 не хватает, чтобы сразу 2 вкачать. Скрытности удар бутылкой. 7000. Ну это уже лишнее, конечно, блин. На самом деле не знаю, куда потратить. Лечение до 130 может вкачать. Второй шанс. О! Пускай будет второй шанс. Автоматом, значит, будет себя при критической атаке он подлечивать. Кстати, неплохая штукенция. Ну что, мы встретимся уже с нашим чувачком. Поехали. Один из нас не умрет. Тогда иди сюда. Давай начнем бой. Bring it on, bitch, bring it on, bitch, yeah. Ну где же ты, пупсик? Выходи, биться будем. Да вроде все. Я уверен, что есть еще кто-нибудь круче пастыря.
Тебе нужен вкус отчаяния. Сейчас ты получишь вкус отчаяния. Это ты со мной сделал, папа. Ты не спас меня. Все хорошо, детка. Я все исправлю. Я так тебя люблю, Лили. Всегда любил. И всегда буду любить. На этот раз я тебя спасу. Обещаю. Съел. Вижу, ты ублюдок. Отчасти преодолел свою вину и боль. Но раны твоего прошлого очень глубоки. Уж я знаю о тебе все. Всю твою подноготную. Колодец твоих страхов воистину неисчерпаем. Ты видел столько ужасов. Они переполняют твою память. Вспомни, где все это началось. Вспомни маяк. Да ну нахрен. Ты все помнишь. Не, забыл. Кастильянос, ты что такое ведешься-то, а? Я помню этого мужика. Может его просто грохнуть? Что? Да нет его там. Он же впереди. Ну, с меня хватит. С меня хватит, бич. Я не тот испуганный детектив, которого ты знал раньше. Давай! Ха-ха-ха-ха! Давай, детка! Зажигай! Bring it on, bitch! Думаешь, меня это остановит? Жестко, конечно. Пошел ты. Thank you, man. Твою мать! Куда? Че за хрень? Нравится мне операторская работа здесь. Сейф! Человек сейф, глава сейф. Я думал, где же вы, ребята, как я вам скучал. Вы были такие колоритные, такие клевые. Out of ammo! Оп. Блин, дежавю, но это на самом деле кризис жанра, когда разработчики прибегают к подобным приемам.
Лично я так считаю. Так, 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 так. Не просто так мне был дан криопатрон, правильно же? Не успел я чуть. Не попал. Готов, голубчик. Да ладно. Еще разок. Ух ты, ёпки. А чё это вас двое? Мы так не договаривались. Они дерутся. Так, еще минус два. Помню, помню. Там кровище, да, все дела. Неужели он сдох? Блин. Блин, вот эту я точно не хочу видеть сейчас. Сжигал и сожгу еще раз. Это жить нечем. Ну давай. Где еще должно гореть-то? Напомните мне. Дорогуша, не приставай. А, еще не все я повернул, я понял. Назад, Севастьянов, назад. А чё ты все видишь-то так нечестно, как бы? Нет, плохая идея. Пойдем, отойдем с тобой куда-нибудь. Надо два вентиля повернуть, потом уже с ней прикалываться на тему «я тебя сожгу». Тварь. Чита-хоп, оп-оп, чита-хоп. Давай, 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 быстрее, быстрее, давай. Отлично. Иди за мной, детка. Коза. Попаду. Попал. Жарко тебе, да?
Надеюсь, что жарко. У тебя кафтанчик горит, дружище. Куда же ты? Да ладно. Кто ты такой? Что ты еще можешь? Мира. Она должна быть в безопасности. Я защищу Лили от любого, кто хочет ее забрать. Защитила. Теодор мертв. Пойдем домой. Нет! Сила ядра моя. Лили в безопасности. Где она? Давай уйдем отсюда вместе. Ну и как бы Мире-то абсолютно все равно на Кастильянса, потому что ее заботит только Лили. И ее сохранность, черт побери. Она не в себе. Абсолютно не в себе. И у нас теперь новый противник в лице Мира. Мира. Но вопрос только, с кем мне выйти на связь и кто может мне помочь в данной ситуации. Я так понимаю, что алтарь-то теперь огня уничтожен, и эта Мира подмяла это место под себя. Ух ты. И у нее он разрушен. О, практически боже. Полностью. Камня на камне не осталось. Что ж ты хочешь Глава сделать, 15. Мира? Конец этого мира. Она хочет уничтожить этот мир, чтобы он не угрожал Лили. Наверное, в этом вся суть. Черт. Мира, куда ты делась? По крайней мере, все твари мертвы. Они застыли во времени. А это что? Уже все. Давай мы с тобой заберем Лили и уйдем отсюда поскорей. Мы снова будем семьей. Прошу тебя. Я знаю, ты меня слышишь. Хватит! Черт!
Да послушайте! Мира, что с тобой? Ты должна бороться! Я не могу. Я должна защитить Лили. Ты уже защитила. Стефана ее не тронет. И Теодор тоже. Они мертвы. Да. Хорошо. Иди, Себастьян, скорее. Уходи. Нет, я не оставлю тут ни одну из вас. Мира! Черт! Что она делает? Как предлагаете выбираться? Следуйте за Мирой через остатки Юниона. Я так полагаю, что остатки еще будут способны нас удивить какой-нибудь гадостью. Я думаю, на этом мы закончим. Сохранимся здесь с вами. Всем удачи, ребята, и до встречи в следующей части. Пока-пока.